В Бразилии сегодня был задержан и допрошен бывший президент страны Лула да Силва. Его подозревают в причастности к коррупционному скандалу, в котором оказался замешан также государственный нефтегазовый концерн «Петробрас». И хотя никаких обвинений политику пока не предъявлено, в прокуратуре говорят, что у следствия есть 39 страниц доказательств. Также сегодня прошли обыски в нескольких домах, принадлежащих экс-президенту и его родственникам. Сам да Силва после допроса уже на свободе и только что обратился к сторонникам, назвав все происходящее спектаклем и добавив, что бояться ему нечего.